А я со Светочем. Так, значит, Медфокс, Хант и кто еще, блядь? Кого еще? И Мидарк. Так. Так, Дарк здесь. Хант по центру. И этот Мудфокс с стороны ромбика. Так, знаешь, я что думаю, блядь, то у нас там ушатастик, да? Так. Давай, давай ушатастик в этого, в кота, короче. Двоих потанчу, Вилаш и Келли потанчишь. Так, жрите рыбу. А чё, я не выпечу? Да я хочу потанчить. А чё, не люблю, что ты так и не подошел, да? Пиздец. У нас потом больше уже. Ладно, значит, 4 хила играем. Даю отчет. А что, танки? С пула не врывайтесь. На войда на пол. Да похуй на танки. Мудаки, блять. Спасибо. Просто бомжи обоссанные, блять. Вы что, сука, разбегаться не учили вас, блять? Или что, или вы думаете как, нахуй? Фантастик, я говорю, сори, сдох. Блять, и где вы еще лежите, нахуй, бомжи, блять? Пизда, блять, ебаный в рот. Шутастик, вставай, резай Кирсори, блядь. Чтобы в следующий раз не сдохли, нахуй. Фулбаф по ним. Два бомжа, блядь. Чё там у Вилашу так дамажит дохуя? Потому что с Эршамом нельзя бить кинесет. Зачем вы с Эршамом туда подходите? Эршама? Не, ну с Эршамом не бьют для кинесета, а с чем? Они, ну, они сфера агро. Не, ну там, которые 4 на нем висит, должно хватать. Талдаром убьем, блядь. Так, вихрь. Воронка, воронка. Полетел. Геру дайте. Блять, ушатастик нахуй. А что убил это? Да я уже убежал вообще на крыльцо. Кто убил это, блять? Ты стаки, посмотри, на людях стакаются нахуй. Тут нельзя двигаться дохуя. Вот то, что ты тактику в Геру не удосужился прочитать, блять. Теперь ты сдыхаешь, блять, и будешь говорить постоянно, что убило, блять. А то, блять. Вот видишь, на людях стаки. Выбери людей, посмотри, блять. Пиздец. Кто с рамбаки на этика падает? Да чё пиздец, я и не собирался же идти в 25 гир. Ну, чё, пошел, ну так а хули, всю жизнь что ли не ходить? Ебать, сколько взрывов. Ну. Вот Фокс, почили, блядь, постой. Похуй, пойдет кинетика, блядь. На те 20 стаков, вот Фокс, нахуй. Ему вообще поебать. Встань на месте и постой, блядь. Стаки скинул, вот теперь бегай, блядь. Бомжи, сука, падаем, короче, в пизду, блядь.
очко какое-то, блядь. Залупа вообще полная, блядь. Стопайте хил. Это говно, блядь. Вот. Не надо никаких гайдов, блядь. Берешь, открываешь. Вот. Этот, как он называется? Сука, где эта хуйня? Блядь, заебало, блядь. Путеводитель. Я что-то не могу найти совет, нахуй. Где он там? А, вот он. Совет, нахуй. Эй, блядь, залупа. В пизду. Еще, блядь, и не тыкается нихуя. Ебаный Сирус, нахуй. Сейчас я релогну, сейчас я тыкну вам, нахуй. Хули, раз самим, нахуй. Не получается, блядь, посмотреть, прочитать, блядь, способности босса, блядь, в гере, блядь. Так, ну давай я буду сидеть читать, блядь. Так надо сейчас прочитать. Мы не останавливаемся ни на 20 вот секунд даже не останавливаемся. На трэше взял, прочитал, пока 10 мобов. Я трэш танчил, если чё. Ай, блядь. Значит, сейчас бери и прочитывай. Что там, какая хуйня у кого делает, у боссов у этих. В обычке нихуя там не дамажит, ты бегай сколько хочешь. А здесь ты бегаешь, на тебе стаки купятся. Сагрили. Кого сагрили, блядь? Вальку? Долбоёбы, что ли, блядь? Мордаунт волшебник какой-то. Да-да-да. Насквозь её нахуй прошел просто. Меня хранит сам Иисус. Вот, блядь, открываем приключения. Где эта хуйня? Вот совет кровавых принцев, блядь. Вот тебе и Чизас, блядь, вот тебе и Хуизас. Вот, темница тьмы, читаем, блядь. Осковывает противника. Если скованный противник передвигается, он получает 373 начального урона от темной магии, который увеличивается на 500 единиц за каждую секунду движения. Если цель не двигается в течение 10 секунд, эффект рассеивается. Понятно? Понятно, блядь. Могучий вихрь, что это такое, блядь? Находясь под действием кровавой сферы, Валанар, блядь, создает рядом со всеми находящимися рядом противниками силовые завихрения, блядь, наносящие 535 единиц физического урона и отбрасывающие противников, находящихся рядом с каждым таким завихрением. Но тут не написано еще, блядь, что вот если ты... Вот два челика друг в друге встают, они 10 тысяч получат физурона. Если три челика, то 15 тысяч. Если четыре, то 20, нахуй. А если вы как бичи не разбегаетесь возле двух боссов, стоите с пула, бьете, как итог, нахуй, вас откидывает. Еще эта хуйня в движении, в полете, когда вы летите, на вас темница тьмы стакается. И как итог, блядь, вы начинаете бежать обратно к боссу и падаете, блядь. Чтобы не сдохнуть, нужно, ну, разбежаться так, чтобы хотя бы рядом с тобой не 5 человек было, а хотя бы один, там, два максимум. Вот и вся история, блядь. Вот на Геру. Что делать? Ну, кинетику бьют 2-3 человека назначенных, блядь. Еще жаркое колдовское пламя кастует Талдаром, блядь. Которое, если оно летит до цели и никого на пути не будет, оно просто долетит и шотнет эту цель, блядь. Просто 50 тысяч урона, блядь. И нужно, чтобы пока оно летит, нужно, чтобы люди какие-то на пути стояли, разряжали эту хуйню. Ну, окей, лесит, блядь. Вот он сверки вызывает, блядь. Если он обычным копьем он по 16 тысяч бьет, то этим копьем он по 84 тысячи бьет. Если сферок тени нету на танке, он 80 тысяч получит и все, и гудбай, блядь. Это же несложно. Ебать, сколько я потратил? 3 минуты. Что привело тебя сюда? Че там, суманнете, блядь, или че, блядь? Выберите, куда бежать. У вас миликов там 10 человек, блядь. Одни вправо, одни влево на пьедестал, блядь. Пару человек в РДД, думаю, их не шотнут, блядь. РДДшники и так 30 метров от босса стоят. Ой, блядь, паровозники, сука. Нахуй, блядь. Рыбу ставлю. А рыба стоит уже, все похавали. А, ну так я подальше от паровозов, блядь. Сука, тут тыкают, блядь, там. Блядь. Бомжи, сука. Тебе же одно время понравился паровозик, что-то. Угу. Который смог, блядь.
Ну да, он на лече стоял. Принимаем готовность. У вас тоже стандартные фреймы криво кликаются? Big damage. Нормально. Ну, вот по наводи по челикам. У там меня нихуя не кликает, половина. Ты похуй, похую. Не знаю, мне нормально. У меня вот Big Dam тыкается, блядь. Big Dam, прием, блядь. Я перезайду. Да какой перезайду, блядь? Ты чё, сука? После этого босса я говорю, алло. Поебите там Big Dam, чё за хуйня он там чилит, блядь? Big Dam, блядь. Ебашить пора. Ребят, чё? 5, 4. Я расстроил. Стой, 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 блядь. Это пиздец. Не готовность, не хуёв, просто гляну, блядь. Пыльнули, блядь. Так нехуй АФКшить. Так вас, блядь, пока вы там нахуй не пиздитесь, сколько ждать у вас. Пошёл вот. Шоколадки хоть где-то откусил. Вот, смотри, вихрь, блядь. Ебать. Чуть не обрыгались, нахуй. Это без массива, да, мы? Чё там за хилить его и доебать? Лучше холи прист. Будешь хилить там, нет? Только этим занимаюсь. Только тебя давай хили. Я понял, блядь. Ясно, почему рейд проседает, блин. Ну, талдаром, нахуй. Геру. Давайте Геру хуярим. Маранг сейчас будет подняли. Отойдём заблаговременно, блядь. О, блядь, бомжи полетели. А кто? Знает, бомжи какие-то. Так, вихрь возле вас пишет, вон на ступеньках, отойдем ниже. Я понял, нахуй. А это шо так меня откинуло, блядь? Это так достало далеко? Нет, это кинетик упал. А, не смотрю что. Да я потому что как и шаг на двоих сижу. Этот. Ишак. Кто он, блядь? Келесит нахуй. Чуть дальше отойди. Блядь, сферки, не проеби сферки, быстрее прожимку нажимай какую-нибудь. У него панцирь кончился, все незыбко. Готовьте зубы на него. Кинетика, ребята. Блять, вы будете кинетики бить? Помогите, РДДшники. Давай, недалеко. Кто-то морёт. Иди на центр. Садите, ну, дайте дверь. Ему зубы быстрее какие-то, появилаши нахуй. Или крылья, блять, быстрее что-то дайте. Вот. 5-7 секунд до смены. Все, уебывайте оттуда. Сейчас этого ланера выбирайте уже. Блять, вы будете их нормально бить? Что это за хуйня? Хули они, блять, в 5 метров над полом летают? Сука, две кинетики в одном месте, блять, можете поднять. Сука, ну бейте крестик. Вот рейнджер набрали. Захиливаемся. Кирсори похуй вообще, блять. Не люблю зону. Не люблю. Понял, нахуй. Бидон, смотри, ты на ману. Вставай, Кирсури, да. Блин. Захильте его. Не люблю рейсы, будете? Шатастик, не люблю рейсы. И на рыбу дашь. Вот после вихря только встанешь. Блять, захиливайте. Где там захил, блять? Что-то пиздец. Блять, вот. Да где ты там лежишь-то? Я около выхода. Кинерок ему, лапку, таску. Кинетики бейте, вон, блядь, в центре три кинетики падает, блядь. Хант, отойди, сейчас вот летишь. Нормально. Бидон, ставь тотем. Не люблю гемломану. Значит, призен ставь тоже тотем. Да. У него КД было. Чуть дальше, иди.
Ты шары, да, подальше забирай, нахуй, они, потому что будут у тебя ПКД их забирать. Тебе надо хотя бы, чтобы три шара там на тебя оставались. И вот этот панцирь, это под конец, отдавай, если прям шары кончаются. Если два остается, уже отдавай панцирь. Кинетики повыше держите. Келеси-то все равно бить надо. Как-то так, чтобы вот свилаши темные не забрать. Вот 7 секунд до смены цели, можете уже обратно бежать. Далеко кинетика идет. Сейчас вихрь будет, готовьтесь. После вихря как-то это... Вот Фокс там по Вархелю, да, Иннер? Вихрь смотрим. Откинет, и потом обратно подбегаем. Меньше бегайте. Мидарк, сука, не бегай. Блять, ебаный в рот. Мудфокс, резай Мидарка быстрее. Помогите на сверках. Ситлер, помоги на сверках. Вставай быстрее. Ну, резнули, нет? Вставай. Читай на ману, Мидарк. Пока что. Вихрь какой-то, сейф или что-то сделаете там. Ну, конечно, понял, интересно, да. Зачем бежать для приста? Там каждый за себя. Прист бомж получается. 4 хила остаемся. Так, что там до тотема, блядь? Минута 50. Вихрь. Убегаем. Так. Варахелю дал Инор. Так, ушатастик дашь по бидону Инор. 20 секунд откадешься. Я уже отдавал. Ну, сейчас откадешься, да. По бидону дашь. Так, Шелфир, читай на ману. Выхода нету. Тотем 50 секунд еще нахуй. Ну короче, как будет тотем, так и сдашь его, блядь. Похуй. Кинетику не уроните. Валана рапьем. Доберсы 2.50 нахуй. 20 лямов. Не уроните квадрат. Ярим. Вот вихрь нахуй. Сейвы свои прожимаем. Пизда, бля, я понял, нахуй. Вы будете кинетику бить, сука, алло, нахуй. Почему она падает, блядь? Вот в луне, блядь, бейте, сука, подойдите и бейте. Ебать, пиздец, вы будете, сука, бить или нет? Мудаки, блядь. Три человека назначены, никто не бьет, нахуй. Сейчас стаки скинутся. Шелфир, смотри, стаков дохуя, скинь стаки. Подхильте, ёбаный по голове, блядь. Опа, сдал. Немножко спустимся сейчас. Так, бидон ты закинул, да, тотем? Вот призм 30 секунд. Вот ловушка, прям у нас ловушка, осторожно. Ники вообще не видят, нахуй, они просто отлетают по КД, блядь. Да по. Я понял, хули похуй, бля, сейчас берсу упремся, будет похуй. Келеси-то бейте, только захильте себя, блядь, не бегайте. Им сдал. Где воронки? Мы на пьедестале кинетику играем. Вот Фокс, давай, хуярь звездопад. Еще одна вон падает. Мастер, блядь, постоять нельзя, что ли? Что там до берсы минута?
Нам 5 миллионов осталось, 4,5. На Талдраме добьем. Или на Волнаре кто-то. 7 секунд с миноцелью, готовимся. Вот воронка здесь появилась, сейчас немножко отведу. Да. Лям добивайте. В Рахель, тебе что, не надо такие героические? У тебя с обычки вроде. Плащ надо было бы. Заебешь с этим процессом. Ну, было реально. Да? Или полно. Мудфокс уже важнее, блядь. Он да ты заебешь ныть-то, блядь, ебаный в рот, блядь. Но. Так а нахуй тогда им играть, блядь? Им тогда нахуя играть, блядь? Мидарку, Мэдфокс. Может их нахуй кикнуть с рейда и пойти в 20, блядь? Нихуя у тебя логика, блядь? По такой логике, ну давай, не знаю, мне медведя оденем, остальных похуй, блядь. Все лутают, ну, блядь, нахуй. Потихоньку нахуй. Ну нет такого, что ты зашел и тебе все дали, блядь. Не а бывает такого, блядь. Чумпу зачистим, на лово тухло. Класс. Как... Прогресса нету из-за того, что ну, нас да, да, конечно. Могут, блядь. Ну конечно, нахуй, придумывай, блядь. Лича убиваем, прогресса нету. Ну а Джайна мы нахуй даже, блядь, не пробовали. А чё, что нас... плащ, вот мы ему плащ отдадим и чё, Джайну сразу убьем? Ты тоже придумал хуйню, блядь. Блядь, это вообще, ну это разные вещи, блядь. Я к тому, что это человек, который действительно хилит, блядь. Играет на хиле и хилит, блядь. И не так, что нахуй просто, блядь, там, не знаю, кнопочки жмет там. Я в ахуе просто. Ты так это все преподносишь. Вот я сейчас плащ ему отдам, и чё, мы Джайну убьем, нахуй? Ты вот за это готов ответить? Нет, нахуй, так и все, блядь. Так хила надо одевать, что может сидеть играть, мейнить хила, и мы за этим хилом можем пойти ты, убить Джайну. Ты разница, сразу, но да, со временем. Да, вот со временем мы убьем нахуй. Когда у нас все придут, а в количестве, все придут. Big Dam. У нас количество Big Dam, количество хилов, которые мейнят хилы. Мы можем сколько угодно одеть хилов. Ебать, пиздец, развод. Вот главное не останавливается челик, блядь. Почему ты эту хуйню разводишь? Ты, ну, что ты преследуешь? Зачем это тебе надо, блядь? Я хочу, чтобы мы хотя бы какой-то, блядь, на прогресс хоть чуть-чуть, блядь, шли к тому, чтобы убить Джайну, блядь, убить Халиона. А мы, блядь, третью неделю дрочим, блядь, обычки, пиздец, и не можем, блядь, я нормально ахуй, геру, блядь, пронести за одно КД, за два, блядь. Зачем тут Халион и хилы? Какую-то хуйню придумал, ты связал вообще несвязуемое, блядь. Чё мы куда идем? На ЛНТ или куда? На чумку мы идем. А, ну пошлите. Вот у Варахели осталось 15 минут, он сейчас оффается. Тухлого ебанем еще, все, наверное. Да похуй, Мэтфолс, хуйня бесполезная. Хуёво все или не хуёво, блядь. Ну, я еще раз говорю, если вы хотите супер прогресс какой-то, вот, пожалуйста, прогрессы, хуесы, всякие гильдии, да хуя, где джайны там убивают по КД, блядь. Пожалуйста, вперед, блядь. Никто никого не держит, блядь. Я не создавал гильдию, чтобы, блядь, ну, выпустили контент и сразу его убить, блядь. Не убьем сегодня, не убьем через неделю, убьем через месяц, через два, через три, блядь. Если торопишься куда-то одеться, ну вот, пожалуйста, вон магазин. Бери, покупай шлем, посох, блядь, и играй. Я не знаю, я никому не говорил, что тут чудеса какие-то будут происходить. То, что дохуя людей, которые играют во всех спеках охуенных,
это и в танках, и в хилах есть. Это я и так знаю. Ну, если их одних одевать, мы тоже один хуй нихуя не закроем. Что мидарк с мидфоксом мечами будут. А им это, думаешь, приятно? И, ну нахуя им тогда играть? Вот так, если подумать. Они что, хуй с горы, что ли, или что, или как? Если их мы не будем одевать, значит, ну, у нас вообще рейда не будет. У нас рейд, блядь, из говна, из какого-то. Ну, вопрос, потому что в гильдии системы и ПГП, у кого больше приор, забираешь шмот. Ну, вопросов нет никаких. Просто... Огнилова убьем сначала, плиз. Я не уверен, что мы его ебанем. Вот в тухлом еще как-то более-менее. Завтра убьем, блин. Можем сейчас вообще пойти отдыхать. Потому что Варахель писал до 19 там. Тебе сейчас уже уходить надо, или ты можешь еще. Не знаю, блядь, сколько там. С Трая мы его убьем или не убьем с Трая. Ну, тухлого еще. Просто, блядь, ну. Я вот сколько играю, вроде бы тебе и не надо ничего с рейда, с обычки, а мы туда ходим. Казалось бы, вроде бы и неохота ходить. Ну так если туда не ходить, с кем ты в геру пойдешь? Где людей взять? Да, ответственно. Боешка. Это их как-то набрать надо, этих людей, чтобы они пришли и сразу такие одеты, им нихуя не надо. С шеемами, с посохами сразу. Такого же не бывает, блядь. Другого варианта нету. Ходить, помогать людям, которые не одетые, блядь. Отходите, сейчас собаку сюда приведу. Это такой момент, надо перетерпеть, блядь. Ну а так, типа, если это что-то смущает, я не знаю. Тоже обидно, конечно, ходить там в обычку. Казалось бы, ничего не надо оттуда. Но... И люди еще с большой вероятностью, вот ПСа тот же взять, мы его одели, блядь, просто с нуля там. Кто-то играть подучил, блядь. Он играет, хуярит, вроде бы нормально. А из-за него конфликты, из-за него, из-за ностальгии кикнули, блядь. Фокус тоже вроде бы играет, дамажит нормально. Вон Элима одел 18 тысяч дамажит. Тоже кикнули, блядь. Вот и так оно будет всегда, блядь. Какие-то вот мидфоксы, мидарки придут в гильдию. Вот пока они не будут 20-ку давать, 24, мы тогда и не будем нихуя проносить. Ни джайну, можно забыть про эту джайну вообще. Вот. Как у нас сейчас мордаун, бидон, не люблю щиты, вот Орехель оденется. Синтек, который нету. Можно хоть тратить, ничего джайну. Пачка нужна мощная. Все шеманы должны быть. Вот Авилания должен 25 давать. Вот тогда можно все это тратить. Как я дам 25-то? Шемы столько, блядь, не дают. А хули собака сюда идет? Я сильно. Собака понюхала. Хуя в натуре. Нюхаюсь. Это сейчас очень забавно выглядело. Блядь, хули это сам себе рассказываю. Биг Дэм отошел, блядь. Шоколадки есть. Кто приручил, блядь? Блядь, вот у меня раньше тоже на циркуле играли, времени дохуя было. Мы, блядь, и ДРТ, и всякие обычки ходили, и все там. Ебать, там люди одевались вообще кто как хотел, блядь. Сейчас такого не получается, потому что я зашел на РТ только и все. А чё до РТ, чё после, ну, у меня столько нету в игре времени. Вот это, из этих 8 больше евро. Как он бьется в Гере? Чего? Говорю, как он бьется в Гере? На рыбе. Падает пельмень. У него самое главное не встать. Не получить этот пельмень. Вот. Также по одной споре в метку и под босса. Три споры. Пельмень проф кидает, да?
Да, да, с балкона. Да, да, с балкона там кидают. И бег дым опять. Чилит. Нет, прикольно так. Самое главное стоять на рейнже, это потому что если вы будете близко друг к другу стоять, вы друг друга заблюете. Блюют только три случайных цели. Если больше трех человек блюет, то это значит вы хуёво стоите. Там также, да, рейнже 10, да, у Геля. Или больше надо. Такая же. Когда там типы, блядь, на снежинках летают. Башня из снежинок, нахуй. Че, мы ждем кого-то? Бег демо. Да похуй. Покурить можно тогда, может? Да надо пить уже, да расходиться там. Ходить надо любить. Нету времени покурить. Наш человек сейчас уйдет. Нет времени, фак. Все хочется, сак. Ты че, блядь, там накурился? Земфира, блядь. Это Максим. Похуй. Ну тогда, блядь, без одного стартанем. Я первый танчу. Подрассоситесь немножко. Пельмень. Пиздец. Пельмень. Право, пельмень. Понял, попал. Пельмень. Влево летит, далеко. Пельмень. Диск. Всех далеко. А, всем пока. Победа. Сука. Так, что мы убили? Сколько получается? Да, диск. Ну там бонуса не было, мой да и там, в общем. 6 боссов. Это снежинки ваши. Пойди с ивентом что-нибудь накосячили, это сейчас исправляет. 100% снежинки. Они, блядь, они днем не могут делать, что ли, или что? Или они, блядь, работают, а вечером, блядь, админами подрабатывают. Может, у них сейчас, может, у них сейчас как раз день. Может, у них там. Какой день, блядь, ожидает? Где сервак же стоит? В этом, блядь, в Питере или где вы говорите? Ну, а работники там, может, в другом месте. В Мальдивах, нахуй. А, типа, нахуй, на Мальдивах, да, у них сейчас там 12 дня. Почему Мальдивы-то, блядь? Да хрен знает. Ну, вы в Нидерландах же вроде говорили. В Африке.
Нет, там это, если память не изменяет, вроде что-то даже не в Нидерландах, только в другой стране находится. Это не в Южной Америке, что такое. Ой, блин, охуею, нахуй. Северное Майами. Ну это специально, это флудилка, чтобы люди не знали, где находится сервак, и не смогли это найти и отпиздить админов. Я понял. И забрать у них деньги, да? Свои. Да какие забрать деньги, блин? Прикинь, просто приходишь к админам на хату, а вы админы сервиса, да, и просто их битвило. За что? За дисконнекты. Вот и все. Не убивай, брат. Не убивай. Ты что, блин? Забей у него шиза. Алло, Бен, это Данила. Алло. Данила Багров. Это Юра Парш. Тяжко жить. Слава, мы будем его убивать, что снять? Ау! Ровистый все, Велик? Да? Смотрю, все равно быстро встанет. Если минут до 10 встанет, то кого убью? Я сижу, жду звонка. А чё это Биг Дэм, блядь, там эту хуйню начинает? Вы с ним где-то там сидите, сговариваетесь, и чё это за хуйня, блядь? Там мы шпионы, на самом деле. Да не ты, бля, я ровиста спрашиваю. Курить мне на ночь сейчас. Потом. Не, ну он видит просто, что у него, наверное, 226, типа. А ровисты посадили на хулипала, потому что у нас хулипал отвалился. По-моему, хулипалом сделали. И, типа, это у него бронь дергается просто. Остальные пусть хуй пососут, да? Или как? Ну, этим пусть. Да ладно, с Халион упадет. Угу. Хули, она же каждый раз падает. Со временем все оденутся, блядь. Но если это нестабильно, видишь, блядь. 5 человек ушло, 5 человек пришло, блядь, новых, нахуй. Вот и как хочешь, что хочешь, делай, блядь. Да. Печально. Сейчас мы еще 2 недельки поиграем, у нас 2 бисых. Бен Силлер, скажи, идите нахуй. И удалит игру, нахуй. А я скажу. Вот, видишь, я, блядь, скажу, да. Я говорил. Предсказывал, да, такой исход. И ничего не сделал. Такой роковой исход. Не, он скажет всем пока, я ебал ваши бока. И уйдет. Блять, Кидер. Зачем ты заспойлерил? А с X2 на X4 можно воронку скинуть? Имба. Да, блять, конечно. Трансфер воронок. Че за викторина, нахуй, ебанутый вопрос. А то у меня есть одна. А какой курс? Я не знаю, ну давай на X2 за... Одна воронка на X4, что там, ну, бешеные тысячи просто. Ну там, сейчас курс как бы джайна убить. Вы знаете, что X2, что X4 вообще не меняется, все на снежинку гоняют. Джайна, понимаешь, это такая хуйня, там падает полное говно, обоссанный маунт. И фетиш. И посох, нахуй. Если палка охрененная. Полная параша. По сути, не палка, да, там. Без своего тренера для хулипала. Мы ее ебанем, блядь. Ну, мы охуеем. Мы, во-первых, не рапаться, недели 3 будем, блядь. Потом пока раздуплим, блядь, что делать. Надо, туда РДДшников надо, таких мощных, нахуй, это пиздец. А у нас их нету, нахуй. Таких. Бен, блядь. Так, блядь, Бен. Лох ебаный. Бен он один, блядь. Нахуй, блядь, бисовый, блядь. Я не знаю, надо штук 10 РДДшников, которые 20 с лишним дают. А, ну внешка, да. Ну, мы до такого еще не знаю. Так-то, ну, какой, блядь, предбис? Нет, так-то, да. Блядь, плащ. С халевом упадет. Зато на 5 СПД больше. Милики там вообще пиздец. РСД решает, хули, на магах. Ну, для топ РТД надо идти в этот, наверное, в РС. Все-таки в РС больше под. РС-ку проще заебашить, конечно. Обычку, чем. Ну, в целка-то меньше, чтоб шмоток платает. Обычка. Именно для РДД. Я понял, нах. Не, ну чешка плащ запы.
Там хэм. Йоска классе забыл. Чё там, блядь, открывается серф, не? Да, новый, блядь. 6. Так назвал. Void сервер. X4.5. Там, когда на Void сервер зайдешь, там нахуй пиздец сразу шейм дают, валанир нахуй и посох. X4.3 освещен. Сразу звание дают, бич. Заходите. Первый бич на сервере, да? Да, первый бич. Барьер открыли, нахуй, забегаем. Стоило. Я в обход. Сучки, сюда. Сучки! Я, да. Я там звание дают не первый бич на сервере, а еще один бич. Очередной. Да-да-да. Передняра на сервере. Сока ебану, нахуй. Хорош. Запускай. Знаешь, какой сок? У вас тоже сбилось, да? Я как будто эти... нахуй в Sims играю, там слава у меня создана, блядь. Там, ну, диктуешь ему, что делать. А ты ему управлять не можешь, он сам... Да-да-да, у него над головой написано... Ты пытаешься управлять, а он говорит, сок поебан. Говоришь ему, иди посы, блядь, уже, ну, нахуй. Сышь кровать, нахуй, третью ночь. Я понял. Пиздец. Здесь. Запускай. Слава, блядь. Да, он это полагает. Знаешь, какой сок нахуй? Ананасовый. Ебать. Что полагает? Че, к девушке пойдешь скоро? Перед тем офнул сервер, понял. У кого-то в югу там пиздец на улицу, то вышел поиграть. На тебе нахуй заплачу. И провода вырвал. Блядь, с кем ты говоришь, блядь? Да. Костя, Костя, холи дринк. Тебе, кстати, добить надо это шмотки на хила. Надо, нет? Нет. Вы больше. Смотри, что у меня есть. А у меня плечи Т4, по-моему, там валяются. Короче, да и П на сегодня все. Что, ивент пойдет? Да, го, инвент. Го. Да, погнали нафиг. Так, завтра собираемся или по числу людей? Завтра смотрим. Собираемся. Ой, беги, бежим.